людям, а теперь хочу передать привет нашим предателям. Там просто пробки страшные на въезде в Геленджик, страшные пробки по городу, негде припарковаться. Вот для истории. Хорошего отдыха вам, всего доброго. Поток. О, волны все больше и больше, ребят. Это поток. Уходим, уходим. Нафиг, успевают, нет? Месяц. В течение месяца? Да. Какого? Неизвестно. Неизвестно. Приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на ютубе «Вокруг Крыма». Роднулькина, вы уже заметили? Да, у Евгеши новый кипарик. И только сейчас, сразу, на первых минутах, хочу передать привет Ермолаевой, семье Ермолаевых, Елене и Саньку из города Стекольная и Тосна Ленинградской области и всему этому городу. Спасибо за кепочку. Это увидели у меня, что моя уже пришла в негодность, и приобрели, сегодня мне передали, привезли в Судак и передали. Роднулькина, спасибо большое, очень нужный подарочек. Спасибо. А сегодня мы с вами приехали, я приехал в Алушту, показать вам Алушту. Сейчас гуляю, ну, иду по Профессорскому уголку. Гуляю по набережной Профессорского уголка, еще Рабочий уголок называется. И в начале видеоролика я уже передал привет хорошим людям, а теперь хочу передать привет нашим предателям. Особенно Ивану Урганту, Максиму Галкину, Али Пугачевой, Андрею Макаревичу. Я даже не знаю, как вас назвать, чтобы не выражаться, да? Вот уже несколько дней Израиль бомбит сектор Газа. Суки, где ваше мнение? Где ваше высказывание? Когда огромная страна бомбит вот такую маленькую сектор Газа, а? Что вы языки в жопы засунули, а? Ну, слово «мрази» – это ласкательное для вас, если честно. Я, конечно, жду, когда все это закончится, когда объявим вас в международный розыск, и вот эти страны, где вы, суки, скрываетесь, вас выдадут, и вы будете сидеть в тюрьме в нашей с вами, в нашей необъятной родине, а возможно где-нибудь в другом месте. Долго и нудно, но этот день настанет. Чувствую, вот когда чувствую, всегда это все происходит. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. На море сегодня ситуация плачевная, ну как, не плачевная, а печальная. Вода, морюшка штормит, вода мутничок. Вон кто-то там что-то бегает, ловит тапок или что-то. Ага, тапок, да. Людей мало, набережная пустая. Ребят, сейчас на времени, на часах, я вам знаете, что я скажу? 14 часов 40 минут. Оно видно, нет? 14:40, не знаю. Думаю, видно. Понедельник, 8 августа. Набережная Профессорского уголка просто пустейшая. Где все люди? Даже не знаю. Сейчас надо хоть поспрашивать. Здравствуйте. Девушка, подскажите, где все люди отдыхающие? Это всегда так или только в этом году? Или только сегодня? Только сегодня. Во-первых, сегодня понедельник. Во-вторых, сегодня на море вот такая вот... Вот я же говорю, они не лежат на пляже, они должны гулять. Да, это после того, что был штормчик небольшой, намыло вот этой грязи, ну все, люди куда? Поехали по экскурсиям в Ялту. То есть я удачно приехал, да, на пустую набережную? Типа того, да. Но в целом в этом году, конечно, меньше туристов. Меньше, да? Да.
Намного вот, примерно, вот сколько вот по отношению там процентов? Я скажу так, процентов я не скажу, но я скажу так, что во времена ковида, когда был ковидный год, народу было больше. Ну, согласен, да, потому что они всю зиму просидели дома и уже решили приехать в Крым. Всем нормально. А сейчас чего так мало едут? Ну, я так понимаю, что, во-первых, нет самолетов. Вот это самая главная версия. Не версия, а самая правильная. Потому что я вот буквально вчера вернулся из Геленджика. Вот там все те, кто не доехал до Судова, они там. Там просто пробки страшные на въезде в Геленджик, страшные пробки по городу, негде припарковаться. Вот Геленджик, Анапа, ну все, что там, все, что вот на том побережье, там все дико забито. Но ты там сказал туристам, что надо в Крым ехать вообще? Так я туда с этой целью ездил. Да? Я вот за руку приходил, говорил, женщина, бросайте, бросайте вот здесь, давайте, пожалуйста, вас в Алуште хорошо. Поэтому вот так. Ну, я понял. Вот так. Слушай, ну... Что могу сказать, да, бляха, ну я прям думал, здесь будут толпы людей, пообщаться с людьми, вообще пустота. Воскресенье здесь есть с кем пообщаться, суббота, воскресенье, ну пятница, да. Суббота, воскресенье, да, нормально. Я понял, вчера... ладненько, хорошей вам торговли, вы, наверное, здесь работаете, да? Ну, это наш магазин. Я понял, хорошей торговли. Спасибо. Всего доброго. Да что, ребят, все стало на свои места, всего лишь понедельник, всего лишь шторм, наверное. Надеюсь, это именно в этом причине. Причина. Очень много растет олеандра здесь. Прям вообще дофига и трошечки. Я не знаю, ребят, что здесь вообще на этой набережной ловить. Я не знаю, что мы здесь с вами увидим. Но набережная как набережная. Людей нет. Показать ничего вам не покажу. Пойдем, наверное, на главную набережную, на центральную. Вот, на пляже вообще несколько человек лежит. Единица, на пальцах можно пересчитать. Очень классные вот эти вот сосны, посмотрите, природа ЮБК, растительность ЮБК, это просто что-то неотразимое. Вот эти бунгало, я помню, нам Игорек тогда из Нижневартовска говорил, что они там отдыхали, говорит, очень круто. По прямой-то она идет? Вот в этой природе, в этой растительности, в этой зелени отдыхать. Ну, мы там ни разу не были, ничего не говорю, но по словам наших подписчиков, факт остается фактом. Так, тогда мы время не теряем, идем на главную набережную, посмотрим, что там с реконструкцией, реставрацией, с ремонтом, закончился, не закончился, открылось, не открылось. И все с вами сейчас узнаем прям от первых уст. Здесь тоже... Печалька, да? Людей мало совсем, да? Печалька. Так что, кто хочет не такого отдыха, как в Геленджиках, Анапах, где друг на друге лежат, особенно в Анапе, когда выкидывает в море непонятно что, с таким запахом неприятным, я даже бы не сказал, что и водоросли. Там помимо водорослей еще что-то выкидывает. Потому что запах не... гниющих водорослей, а какой-то другой штуки. Мертвечины какой-то. А мы сейчас с вами... Вот, кстати, фонари здесь прикольные. Вот эти, если ночью их включают, бокалы от шампанского такие, да? Красивые. То вообще супер получается. Так, машинку оставил. Сегодня людей привез из Судака в Алушту, что они приехали отдыхать. Обратно обязательно хочу поехать, заехать в Канаку, самосика заточить, просто покайфовать и уже домой. Ох, какой крокодильчик лежит здесь, шаурму ест. Между нами тает лед, шаурму хавает, смотрите, красавчик какой. Был бы живой, было бы вообще круто. Если бы он еще пошевелился, я бы сейчас сразу бы здесь обделался. Так, водички уже стаканчик выпил этого самого мохито. Ну, здесь вот люди что покупают. А, все по 40 рублей. Там, где все по 40 рублей, там очередь. Сейчас разобью их. Пару их разбил просто. Приятного аппетита. Мне нравится вот так вот смущать людей, конечно.
Что-то мне это приносит удовольствие. Это мне там уже пишут, там тебе морду набьют, еще что-то. Ну, набьют так набьют, что делать. Тоже ж надо иногда подправить миленькое личико. Ой. А в Алуште знают мою слабость. Молочный коктейль 100 рублей. Здравствуйте. Молочные коктейльчики есть? Вкусные, ванильные есть? Ванильные. Сделайте, пожалуйста, один. Прям по 100 рублей у вас коктейли? Да. Ничего себе. А? Да, хорошо. Ребят, очень вкусный молочный коктейль. И правда 100 рублей. Редко где встретишь молочные коктейли по 100 рублей. Рады, что только в столовых еда вот у нас. Судаки, там в Орджоникидзе, в Коктебеле, там где-то еще там, в Приморском. Кстати, в Приморском очень вкусно делают коктейли. В еде именно. Там, ну вот ванильный, я просто обожаю его. Все, идем дальше. Так, здесь на выходе из профессорского уголка крымские чебуреки, выпечка какая-то. И цены обычные, пирожки 50 рублей, пончики 25, с начинкой пончики 50, трубочки 100, пахлава медовая, круассаны, чурчхелла, чай, кофе. И нигде людей нема. Даже не знаю, как страшно назвать этот ролик прям. Вкуснее, в жаре вкуснейший рак. Мини-шпажки. Мидии, креветки, кальмар, курица. Вот цены вот такие вот. Не знаю, сколько там в этой мини-шпажке. 20 грамм, 30. Чего-то этого. Ну, что там предлагается. Смотрите, на пляже шторм. Люди загорают здесь. Тише. За решеткой. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленной неволе, орел молодой. Даже не знаю, по приколам так здесь загорать или нет. Как думаете, роднулькина, напишите. О, домашние абрикосы. А вот кто-то у меня спрашивал, домашние абрикосы, персики, клубника, нифига себе. Там виноград. То, что нужно. Так, ну что, ничего больше здесь интересного нет, дальше идем. Так, на память не только фото, еще и видео у вас будет. YouTube канал «Вокруг Крыма». Подписывайтесь. Серьезно? Серьезно, «Вокруг Крыма», подписывайтесь. Видите, буду еще делать бесплатное видео. На фоне. Буду, когда видеть, когда люди фоткаются, буду тоже снимать. Заходите на любой, какой вам нравится. Так, вот эти электромобили, кстати, так и ездят. Кстати, надо узнать у нас ценники. Уважаемая, почем в этом году у вас поездочки? 150. 150 человек, это аж туда, да, самый край? А в прошлом году не помнишь, сколько были? 100 или то так же были? Или так же или 100 были, да? Не помнишь, ладно, хорошо. О, привет, шериф ага. Заказ есть, нет? Был заказ на минивэн, уехал, все. Вот Орджоникидзе, новый свет, Орджоникидзе. Так, всякие вкусняшки, рыбки здесь, овощи, фрукты. Персики по 100 рублей. Смотрите, кстати, цена замечательная. Здравствуйте. Крымский персик? Да. Очень. Здравствуйте. Можно сфоткаться? Да, можно даже на видео попасть. Вот смотрите, как, даже, вы даже в видео попали? Или как? Вокруг Крыма? Вокруг Крыма, точно. Откуда приехали? Из Подмосковья. Как отдыхается?
Второй день пока непонятно. Непонятно. Да. Людей мало. Вот я вышел, людей вообще нет. А что, шторм вообще? Ну, а так они должны хотя бы гулять и по набережной? Да ладно, жара такая. Да? Конечно. 36 градусов, мы приехали, кстати, жара. У нас такая жара. Честно говоря. Арбуз в какую цену? 30. Можешь там? Да, конечно. Сейчас. А этот персик сколько? Это 150. А, то есть по 100 это тот, который уже пропавший, да? Или нет? Нет, хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Вокруг Крыма подписывайтесь. Да, вы в ролике. Там позируете так, у вас там love story, там все дела. Будем рады видеть нас. Потому что здесь. Давайте фоткаться. Так, лайкосик. Давай. Молодец, рассказываешь классно, честно говоря. А что, сфоткали, получилось? Не, я видео сделал, все понятно. Вот ребята из Love Story хотят поделиться с вами впечатлениями. Всем привет, всем добра. Мы с супругой, меня зовут Александр, супруга Марина, дети Дарина. Глеб, Глеб, покажи с дядей. Глеб, ты где? Глеб, ты где? Вот. Мы приехали из Республики Татарстан, город Альметьевск. Мы на самом деле много где были. Мы с супругой поженились в 2016 году. Мы отдыхали в Доминикане. Там были тоже очень крутые скалы. Но когда мы поднимались здесь на гору, у нас была экскурсия. Здесь Гемерджи? Да, Гемерджи, да. То таких красот на самом деле мы там не видели. И Алушта, ребят, у меня сейчас мурашки идут. Здесь просто восхитительно. Вот всем, кто сюда едет, я всем очень советую, что мы проехали по трассе 2500 километров, но это для нас было. Вы за рулем проехали? Да, для нас это было совсем несложно, потому что когда ты приезжаешь сюда, когда ты испытываешь этот климат, где у тебя шорты, трусы, футболки на балконе сохнут просто идеально, здесь вот я. Да я вообще никогда не вешаю, на себе все высыхает. Да? А, вот здесь у меня травма, получил небольшую травму, это было позавчера, позавчера, уже к сегодняшнему дню она у меня практически зажила. Да, поэтому, это климат, да. Да, поэтому те, кто боится, те, кто думает, что канал открыли, многие людей говорят, что когда Российская Федерация открыла вот этот канал, Северокрымский? Через который запустили сюда воду, здесь стало влажно, это на самом деле все неправда. Неправда, а у нас сколько он был открыт, никогда влажности не было. Да, потому что это, скорее всего, все говорят, те люди, которые хотят, чтобы летели в Турцию, так что останавливайтесь здесь, всем добра, всем love story. Марин, дайте поцелую. Марин. Марина. Для истории. Ребят, всем добра. Хорошего отдыха вам, всего доброго. Пока-пока. Всего удачи. Так, вот такое вот, ребят, искреннее пожелание, искренний отзыв. Здравствуйте. Кому привет передать хотите? Всем. Ну, кому всем? Просто туристам, кому? Маме, всем, папе. Маме, папе, дедушке, бабушке. Всем хорошего отдыха. Не знаю, вот, кому. Смотрите, вот сейчас мало туристов. Многие сейчас сидят, смотрят этот видеоролик и думают, куда им поехать. Что вы хотите им подсказать, рассказать? Куда им ехать отдыхать надо? Слушайте, точно не... Ребятки, пусть съездят в наши красивейшие горы, гора Гемерджи, вершина да. горы. Самое будет. А вы предлагаете туры на джипе? Конечно, у нас джип веселый да. по катушке в горы. Я понял. Что по деньгам? В среднем 1300-2000 за человека. Человека. Да. Подписчикам канала «Вокруг Крыма» скидки будете делать? Конечно. Точно? Тут подходят сюда, сделаем скидочки. Хорошо. Ребят, вы подходите, парню говорите по поводу скидки, что вы подписчики канала «Вокруг Крыма». Если не будет делать скидку, пишите в комментариях. Сделаем ему антирекламу. Отправим, сделаем все красиво. Хорошо. Вот, кстати, отель «Ривьера Санрайз» называется. По поводу, вот мы тогда спор у нас был, по поводу интуриста. В отношении Ялта-интурист и «Ривьера Санрайз» Ялта-интурист. В каком-то плане просто зашквар. Здравствуйте. А Ривьера Санрайз, здесь очень крутая спа-зона. И в эту спа-зону все включено бесплатно. Не так, как в интуристе. В соляную комнату зайти, бабок надо платить. Туда куда-то зайти, бабок надо платить. А здесь как бы все. И соляная пещера, эта комната большая. И всякие джакузи, хамамы, бассейны. Теплые лежаки вот эти вот. То, что я в интуристе не увидел. Мы с ложкой там не увидели. Так что, кто хочет спа, особенно в межсезонье цены здесь понижаются. Алушта, Ривьера Санрайз, самое то. Телефон, как обычно. Так, ребят, я ж, конечно, не злопамятный, но я злой, и память у меня хорошая. Помните, да, когда эвакуировали
мой автомобиль. Мы идем к пансионату или к отелю Крымские Зори. Сейчас посмотрим, будет этот стоять гелик с номерами 222, нарушая правила парковки или нет. Нет, ребят, к сожалению, этого гелика нет. Хотел вызвать полицию, если бы он здесь сейчас стоял, как в тот раз на моем месте, когда мою машину эвакуировали, а он здесь сразу заехал. Ну ладно. Вот этот вот пансионатик или отель, или санаторий, фиг поймешь, что это. Короче, скандал не получился. Ладно. Я все равно буду бдить этот момент каждый раз, когда буду в Алуште, обращать на это внимание. И только он будет стоять на том же месте, сразу 102. И посмотрим, как его эвакуируют. Стражи порядка наши. Посмотрим, зафиксируем все. Все, выходим в одно из моих любимых мест Алушты. Это вот эта аллея, которая ведет к набережной. Смотрите, здесь курочка жарится. Так, куры по 600 рублей, лепешка 70, соус 50. 600 рублей это килограмм или курица? Уважаемые, это килограмм или курица 600 рублей? Штучка. Штучка тут. Ага, все одинаковые. Штучка 600 рубчиков. Ну, выглядят аппетитно. Так что пробовать не будем, конечно. На диете, на жесткой. Чисто на коктейлях и на самосах. Так, Юрий Никулин здесь, как всегда. Фоточки, никто не проходит мимо. Все здесь делают фоточки. YouTube канал «Вокруг Крыма». Не только у вас будет фото, еще и видео оттуда. Отлично. А с этого места. Так, 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 так. Ну, машин дофига, здесь и зимой, конечно. Я бы не сказал, что сейчас вот машин очень много. Здесь и зимой их всегда полно. Ой, а что это новенькое такое открылось? Улица Ленина или что это? Ленина 3. Нифига себе название какое креативное. Улица Ленина 3. Представляете? Здесь раньше был Барабуля-бар. Молодцы, прям так креативненько постарались, сделали. Что хочу сказать, Алушта меняется. Так, 12 августа в Алуште уральские пельмени. 7 августа байк-шоу в Севастополе. 6-7 августа. Это он уже идет, уже, наверное, закончился. Сегодня у нас... А у нас сегодня с вами 8. Да, сегодня 8. Так, и что я вижу? Вышли мы на набережную, ребят. Что я вижу? Нет морского конька вот здесь вот. Аттракциона, карусели такой, который крутился, детки все тут игрались, катались. Совершенно бесплатно. Убрали его с этого места. Он рекламировал алуштинский аквариум. Ну, наверное, местные власти порешили, что ему здесь не место. Это плохо, конечно. Потому что... Потому что он был здесь, а именно в тему. Новые ряды я вам уже показывал, на них внимание много останавливать не буду. Красиво все так, интересно. Тир вот даже, видите, по таким стеклом. Хаги-ваги можно выиграть. Вот. Крымские сладости, кафешка. Кстати, вот здесь мы как-то с Солонкой заходили, вот в это кафе, очень... Клево, очень так стильно сделано и вкусно. Так, я не могу понять, открыли набережную? Нифига ты себе. А ну-ка, давай-ка пойдем поглядим. Нет, не до конца открыли. Ну, сейчас подойдем, посмотрим, что там происходит. Потому что здесь он что-то делает, он что-то крутит. А, выбивают, наверное, полировка какая-то.
Ну вот такая вот плитка. Ну, конечно, если честно, ребят, меня напрягает, знаете что, когда делают вот такой глобальный ремонт набережных, улиц в городах, именно в разгар сезона в Крыму. Как будто у нас такой суровый климат, что ремонтировать и стройкой заниматься можно только несколько месяцев в году. Июль и август. Конечно, не продумано это все, я не знаю, почему они так делают. Здесь что-то синим покрашено. Не знаю, что это тут такое будет. Синее. И для чего это сделали вообще, для чего покрасили. Покрасили, тут не докрасили. Так, а здесь вот шторм, и прям вода сюда выплескивается. А ну-ка подойдем сейчас. Вон, дети хоть где-то. Так, раздулся. Ох ты. Давай, это волна жахнет. О, вот она идет. Ну давай. Е-е-е. Я деткам классно здесь. Очень прикольно. Перила, ограждения сделали такие мощные, хорошие. Прям хорошее и прихорошее. Ладно. Идем дальше. А где вторая поездка? Ребята, подскажите, а чё, что это будет символизировать или что это будет? Чё, просто бетон. А? Дырочки. Я понял, а что синим покрасили? Для чего? Сцена. А, сцена будет здесь навсегда? Да. Я понял. Когда закончите уже набережную, не говорят? Ну, уже сегодня. Возможно, сегодня, завтра. Уже всю набережную закончите? Нет, не всю набережную, вот только за бетон. А, вот этот, я понял. Ладненько, хорошего дня, ребят. Спасибо. Так, вот эту сцену, говорят, закончат сегодня. Здесь будет стоять сцена. Так, чебуреки, мобуреки. Какой-то зоопарк. Опять телефон звонит. Надо брать трубку. Да, набережка еще, конечно, вообще в разбитом состоянии. Вот такой манекен, смотрите. Человек-листик. Человек-листик именно. Бляха. Ее, наверное, вообще, я не знаю, в этом году закончат или нет. Кого знает. Сомневаюсь я, конечно. Пойду поспрашиваю кого-то что-нибудь. Я думаю, это не опасно на на строительный объект заходить. Здравствуйте. А вы не скажете, когда закончить должны хоть? Примерно. По графику успевают, нет? Месяц. В течение месяца? Да. Какого? Неизвестно. Я понял. Ребят, говорят, в течение месяца, но какого неизвестно. Короче, здесь еще, я не знаю, строить, тут бордюров куча. Ну, будет новая набережная, новая будет. Здравствуйте, уважаемый. А вы не скажете, когда должны закончить? К Новому году. К Новому году. Вот видите, вот уже другая версия, к Новому году. В течение месяца декабря. Да, здесь, походу, только-только все начинается. Жестяк. Ну, уже, ребят, надеюсь, на следующий год, когда вы приедете, уже погуляете по новой набережной. А, там уже, кстати, вон много чего сделали. А ну, пойдем сейчас туда, к ротонде, пройдемся, посмотрим. Да, вот по этой аллее, конечно, здесь именно в такое время суток, в жару, самый кайф ходить. Тенечек, прохладненько, кайфово, шикарно, одним словом, идешь. Можно сказать, ух ты, фонтан работает, нифига себе. Помните, его тогда только делали? Сейчас пойдем посмотрим. Гадаю на картах Таро. Да, а зачем снимать? Нет, просто посмотрел. А что? Не надо снимать. Так я вас и не снимаю. Не надо снимать. Я секреты ваши мне не нужны. А, вот.
Так что если поломается камера, это вот эта бабуля с червивым глазом наколдовала. Да, смотрите, фонтан реально сделали клевый. Хоть и за забором. Но клевый. И вместо того чувака, смотрите, слоник какой-то стоит там, маленький, красивый. Красота. И холодок от него идет. Прям прохлада. Супер, супер. Ребята фоткаются. Вот так, на! Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. На, давай, кто кого, давай. Вот, это потому что море сегодня грязное, а детям надо все равно в воду. Они приехали сюда на море. Ой-ой-ой. Только не поломайте слона. Умоляю. Оп. Оп. Бедная мама. Да. Мамаша, конечно, в шоке. Не, ну а что делать? Да, детям надо купаться, и хоть где-то, не именно в море, если море сегодня не работает. Фонтанчики. Так, а мы с вами сейчас приближаемся уже к Картонде и посмотрим, что же там сделали. Кстати, в Алуште мой главный друг – это олимпийский мишка. Михаил Михайлович, Михаил Потапыч, или Михаил Михайлович, Михаил Потапыч. Так, вышли на этот участок набережной. Вот такая вот получается у нас набережная. У нас с вами. Такой гранит был. Я вот что-то не могу допедрить, знаете что? Она реально лучше стала, чем была, или что? Я не могу понять суть этого ремонта. Она в ямах, в дырах была, старая, ушатанная, или что? Зачем вот это надо было менять? И тем более еще в разгар сезона, когда едут массово туристы, которые хотят погулять по набережной. Инсталляции здесь были всяко разные, пофоткаться, посидеть на лавочках под этими замечательными деревьями, соснами, реликтовыми. Вообще не могу понять, у меня в голове не укладывается. Что они сделали? Как у нас в Судаке, да, поменяли нормальные бордюры на новые или что? А здесь, ну, гранит, нормальный гранит был вроде бы, да, и поменяли на новый. Что у меня, если честно, в голове что-то не укладывается. Ребят, напишите в комментариях вашу версию, особенно желательно жители Алушты, что об этом думают. Я думал, там новая набережная будет, что-то там, я не знаю, двух-трехэтажная какая-то, там какая-то финдиперская, новационная. Это просто, я не знаю, мне кажется, это возможно просто отмывка бабок бюджетных и все. Фиг его знает, честно. Потому что вот в Алуште есть реально набережная, вон там вот дальше, за этим вот, по туннелю, когда проходишь, как его там называется, отель, забыл, и выходишь на ту набережную, мы уже ее показывали, снимали. Вот ту набережную, да, надо ремонтировать, прям необходимо. А эту зачем было трогать вообще? Я в шоке. Бляха, вот так вот и голосуй теперь за Единую Россию, да? А у власти в основном все единороссы.
Никогда за них не голосовал и не буду. Только за ЛДПР. Вот были бы власти ЛДПР, не допустили бы такого произвола, на мой взгляд. Ну что, пойдем на городской пляж выйдем, посмотрим, что происходит здесь. А что здесь? А здесь толпа людей. Здесь именно толпа людей, забитый пляж. Офигеть, офигеть. Да, если профессорский уголок полностью практически пустой, но здесь просто движло. Посмотрите, ребят, вот даже здесь лежат водоросли, да? Выкинуло с моря водоросли. Но они не воняют. Они не воняют так, как воняет в Анапе. О, здесь как раз мы жопы с вами поснимаем. Многие же хотят жопу увидеть. Вот давайте в комментариях определимся, кто за жопы, пишите за жопы. Кто без жоп, пишите без жоп, чтобы я знал, надо вам жопа или нет. И мы посчитаем все, что у нас с вами имеется. И придем к общему знаменателю. Так, там все купаются в волнах. Так, я надеюсь, никто не утонет. О, поток. О, волны все больше и больше, ребят. Это поток. Уходим, уходим, уходим из моря. Привет. Уходим. Всех выгоняют из воды. А, фиг сейчас кого выгонишь. Никого не выгонишь. Они что, сюда приезжали для того, чтобы их выгоняли? Так, оп, оп, пропихнулся чуть-чуть. Так. Пипец, отключилась камера сейчас, батарейка еще была не подсажена, и я уже испугался, что цыганка с червивым глазом уже мне что-то здесь нагадала. Я уже хотел... Я думал, кого-то спасать бегут. А они просто. Боитесь, переживаете? Конечно. Волнуетесь? Да. Ребят, если вы не умеете плавать, в шторм, в волны лезть не нужно. Умеете плавать? Не надо, тогда не лезьте. Вы просто ноги мочите? Откуда приехали? Вы местные крымчане, как здесь отдыхается вам? Хорошо, отлично. А вы только в Алушту ездите отдыхать? Нет, в Ялте вчера были. А в Судаке? В Судаке тоже были. Когда? Ну, я в прошлом году только была. А когда, вот где больше всего понравилось? В Ялте. В Ялте? Да. Понял. Хорошего отдыха вам, спасибо, крымчане. И Судака. Ютуб-канал «Вокруг Крыма», подписывайтесь. Хорошо. Так, идем дальше по пляжу. Здесь, конечно, движуха. Я не местная, я приехала. Откуда из приехали? Тюмени, из Тюмени. Как вам здесь отдыхает? Офигенно. Отдыхается офигенно. Да, вчера мы ездили в Евпаторию, там не было таких волн, море бирюзовое. Да просто. Вы что, Сергей, я вам не верю, не может быть. А я вам говорю, если бы не эти очереди в электричках, было бы намного приятнее. Да, сегодня мы приехали в Алушту и приятно удивлены волнами, которые бьют от берега. Но тем не менее отдых в Крыму — это своеобразие. Изначально... Но это лучше, чем в Краснодарском крае или нет? Лучше. Мы ездили в Абхазию, за это лето мы побывали в Абхазии, были в Сочи, были в Краснодарском крае, курорты Краснодарского края рулят. Ну, конечно, не так, как курорты Крыма. То есть, так вы, это вы учредители? Это вы учредители Газпрома? Мы просто спонсоры. Учредители Газпрома, вы? Нет, Газпром спонсор.
сенсором и так, чисто на перекладных электричках же. Я понял. Ладненько, хорошего вам отдыха. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Мы из Воронежа. Можем передать привет нашей бабушке? Конечно, давай. Привет, бабушка. Как зовут бабушку? Надежда. Бабушка Надежда, тебе от внучки, как тебя зовут? Арина. От Арины. Большой привет, Воронеж, да? Бабушка в Воронеже? Да. Молодец. Ты знаешь, вокруг Крыма канал? А? Ютуб-канал вокруг Крыма, подписывайся. А, или ты уже подписана? Хорошего отдыха. А как тебе отдыхается? Ты так и не сказала. Хорошо отдыхается. Очень хорошо. Тебе очень нравится, хорошо, да? Да. Ой, молодец, молодец. Хорошего отдыха тебе. Спасибо. Вот Арина бабушке привет передала. Так, ну что, надо пойти хоть ноги помочить, а то немножко помочил. Полные эти кроксы у меня камней, песка, камней. Не купаетесь? Не купаетесь? Плавать умеете или нет? Тогда не занырнули бы. Для истории, потом будете смотреть мне через 10, вспоминать, как вы в Алушке в шторм купались. Не хотят, ладно. Оп, извиняюсь. Оп. Он. Офигеть, офигеть. Ну, хороший шторм, прям не сильно большой, но смотрите, как нравится детям. Вода теплая. Фиг с ним, что здесь весь песок в трусах и не только. Нормально, нормально, чуть не убил девушку. Давайте, ныряйте. Ох ты. Ребят, еще бы чуть-чуть, и меня бы унесло бы туда вот, к Нептуну бы. Он уже шорты все намочил. Да, уже весь мокрый. Осталось только, главное, высохнуть, когда до машины дойду. Но здесь людей вот уже весело. У меня поднялось просто настроение. Когда я приехал, конечно, в этот профессорский уголок, настроение просто упало. Сейчас кайф. Да, дурачатся все. Вот это аж приятно посмотреть. Ой, волна идет большая. Офигеть, офигеть. Да, вообще прикольно. Так, ну что, ребят, пройдем дальше по пляжу, наверное, и там уже выйдем на старую туалею. Ой, на старую, на сквер. И пойдем обратно. Офигеть, офигеть. Так, я думаю, кто там любитель жоп, вам было достаточно посмотреть. Ну, может быть, еще что-нибудь увидим. Может, кто-то своих знакомых увидит, родственников, соседей. Вот здесь одетые вообще купаются. Сразу и покупались, и постирали.
А что они одеты, вы не знаете? Не знаю. Не знаю. Большая стирка, походу. О, волна идет. Дело подобьет. Вокруг Крыма. Здравствуйте. Как отдыхается вам? Первый день приехал. Первый день? И нравится уже? Уже нравится. Уже нравится, уже класс. Да? Я смотрю, на этом пляже прям людей немерено. Я 2 недели назад был уже там, или в Анапе. Ага. А сейчас сюда на машине приехал. Где больше нравится? Знаете, что самое? Нравится здесь, но цены лучше в Анапе? На том берегу. Но... А мне кажется, там дороже в Анапе, да, по сравнению с Крымом. Грустно, я там отдыхал, да. 10 дней там. Маленько дешевле все. Да? Поверьте мне. Я понял. Ну мы там были, снимали, там дороже. Я, да нет, ребят. Да. Бляха, пропустил кадры. Дальше, девчонки, дальше заходите. Или плавать не умеете? Они просто ждут, когда их собьет волна. Ну, это я, если честно, удачненько зашел сюда прям. Ребят, было бы вообще кайфово в море бы сесть, курить бы. Но так и делали, если только песок. Да, ну вот, смотрите, песка сколько. Штормите. Вы вообще были бы здесь, в точке внимания все были бы. Это точно. Откуда приехали? Место. Алушинский? Симферополь. А, на выходной приехали? Я братан из Ростова. Я понял. А вы вот с Симферополя только в Алушту ездите на море? Не, на все места, какие есть. Туда ездите? Постоянно. А где нравится больше всего? Тарханкут. Ну там классно, да. Но там медузы сейчас, да, пошли вроде бы? Не, не в августе, конец августа. Ну, а, конец августа, я понял. Ютуб-канал «Вокруг Крыма». Кому привет хотите передать? Всем подряд, всем, кто меня знает. Все, кто тебя знает и кто не знает. А кто узнает? Девчатам, девчатам симпатичным. Девчатам? Да. Да, бляха, вон они все одинокие, ждут тебя, а ты здесь кальян куришь. Что-то маловато. Здесь. Маловато? В Ялте все, наверное, да? Я не знаю, я сюда приехал из Судака сейчас. Все-таки нормально? Да там вообще движуха бомбическая, да. Путешествуете просто, да? Ну я по живу в Судаке, дней, да? Да. Нет, я живу в Судаке, сам крымчанин, да. Так, дальше движемся. Не останавливаемся. Там поболтали, там поболтали. А времечко идет. Так что, кто себя будет видеть? Пишите в комментариях, я попал в кадр, я попал в кадр, а там мой сосед, а там мой знакомый, а там мой брат, сват. Так, здесь уже все, поменьше людей. Все скопление все-таки ближе к ротонде. Прям массовая толкучность. Именно массовая. О, леопардовые все. Леопардовые. Так, я не понял, где выход? А.
А тут закрыто? Закрыто. А где выходить? А что, туда в начало идти, откуда я пришел? Конечно. Шутите? Ну, можно через забор. Откуда приехали? Челябинск. Как отдыхается? Здорово. А где еще в Крыму были где-нибудь? В Феодосии, в Судаке. А где больше всего понравилось? Везде хорошо. Но в Судаке лучше, да? Мы еще не были там. Еще не были в Судаке? Где очень сильно понравилось. А. Мы еще поедем. Куда? Везде поедем. Понял, понял. Хорошего вам отдыха. YouTube канал «Вокруг Крыма». Подписывайтесь. Хорошо. Ставьте комментарии, пишите лайки или наоборот там. Хорошего отдыха. Всего доброго. Здесь ручные голуби, как всегда, которые меня тогда... После которых, после кормления которых я тогда очень сильно заболел. Теперь вот ответ на мой вопрос, почему там людей больше, чем здесь. Уже там все входы и выходы закрыты, людей мало сюда доходят. А там прям от ротонды все открыто. О, девушка! Офигеть! 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 Надо ловить, шлепки ловить, чтоб не уплыли. Это теперь что получается? Вы с подмоченной репутацией? Чуть-чуть. Хорошего отдыха вам. Я там прыгал, я не знаю, там... Да, вообще затопило. А волны все больше и больше. Каждый раз волна заходит все дальше и дальше. Ну что, напоследочек уже, прежде чем выходить от пляжа, подсниму здесь еще немножечко вам движуху. Вон, все, вон. О, ору, давайте, орем, кричим, Там уже кричат, свистят, сейчас сирену врубят. Все, уходим. Ноги вытрушивать там будем. Надеюсь, там где-то есть место, где вытрусить ноги. Мне надо было, знаете, что дать? Кукурузу взять с собой. Ходить еще, вот продал бы сейчас кукурузу горячую. Что-то не подумал. Фу, конечно, от 36 градусной жары немножко уже башка плавится. Сейчас надо найти какую-нибудь лавочку в тенечке и посидеть, отдохнуть. И валить уже обратно к машине и ехать домой. А то время уйдет, поджимает. Фу. Пекло жара. Так, и немножечко пройдем по этой стороне. Какой-то Алушнинский зоопарк тут. Говорят, самая лучшая шаурма здесь, тогда нам в камеру говорили местные жители. Не пробовал и сейчас не хочу, вообще есть ничего не хочу. Кофе, чебуреки. Столовка, кстати, столовая вообще подзабитая, все столики практически заняты. Все проголодались. Колесо обозрения. У Михаленко есть традиция, когда он приезжает в Алушту,
катается на колесе обозрения. Я этого делать не буду, ребят, вообще. Не то, что ни желания, ничего не хочется. Хочется быстрее дойти до машины, включить кондер и поехать домой под кондер. А дома от любимейших подписчиков наших, подписчиков, роднулечек, лежит в холодильничке холоденький пивасик. Ой, надо его сегодня будет навернуть. Кайфануть. Утолить жажду, так сказать. Холодненьким, вкуснейшим пивасиком. Все, роднулькины, на этой доброй ноте будем заканчивать наш с вами видеоролик. Поехал. Кондиционер еще пока не включил, но сейчас разгонюсь там дальше за городом и включу обязательно. Замотался, смотрите, 32 градуса на улице. Сейчас это в теньке машина стояла. А я когда сюда ехал, было 36, 35, 36. 16:33 по времени. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Вы его поддержите лайком. Если не понравился, поддержите дизлайком хотя бы. Комментарий напишите. Побольше комментариев. Там смотрите внимательно видеоролик, слушайте. Там я много где прошу комментарий вам написать. Так, тут электромобиль надо пропустить. Да, машины понаставляли, конечно, здесь. Да, пофиг. Хорошо, хоть здесь одностороннее движение. Вот такая у нас с вами сегодня была Алушта. В целом просто мой был видеоролик, связан с тем, показать, что сегодня происходит в Алуште. И хотел, конечно, того чувака нахлобучить, чей гелик там был. Хотел посмотреть, как работает у нас полиция. Не у нас, а именно в Алуште. ГИБДД, как бы его эвакуировали. Как бы договоренка какая-то была бы, возможно, засвидетельствовали бы это все на видеокамеру. И, возможно, была бы большая, такая большая жалоба в прокуратуру. Ну и ничего. У нас еще с вами время много. Вот сейчас буду проезжать эти крымские зори. Нету его. Черт подери, а. Ну ладно. Что хочу сказать, повезло ему. Ха-ха. Бывает. Родился под в рубашке, как говорится, да? Как говорится. Ну все, роднулькина, давайте, до скорой встречи. Следующий ролик, надеюсь, будет намного интереснее, чем этот. Этот так себе. Всего хорошего вам. Пока-пока.